Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и мы снова с вами находимся на сайте лаборатории психофизиологического обеспечения. У нас происходят разные события в лаборатории, некоторые приятные, некоторые неприятные, но об этом я сейчас пока говорить не буду, может быть в ближайших видео. Но на данный момент видео вот о чем. Мы сейчас с вами находимся в разделе сайта «Поддержка», имеется в виду, вот у нас есть такой значок «Поддержать ЛПФО». И здесь мы, значит, предлагаем, значит, нашим пользователям, нашим коллегам поддержать нас, нашу научную деятельность прежде всего. Нам постоянно требуются компьютеры, какие-то расходные материалы, еще что-то, принтеры постоянно там ломаются, печатаем много и так далее. В общем, компьютеры нужны. Но не об этом сейчас речь. Речь сейчас идет о том, что на этой странице появилось небольшое дополнение. Вот так вот оно выглядит. Вот такой вот золотой кружочек. Внутри знак биткоина. Вот здесь вот оно тоже появилось. Если кликнуть вот на главной странице по этому знаку, вы попадете в раздел поддержки ЛПФО, поддержать ЛПФО, и увидите вот собственно вот этот значок. Мы принимаем биткоин. Кошелек, адрес лаборатории психофизиологического обеспечения, кошелек биткоина вот такой вот. Вот его можно выделить, посмотреть. Соответственно, за этим будущее. Технология блокчейн начинает все больше и больше набирать обороты. Кто хочет разобраться, посмотреть об этом, наберите просто-напросто в YouTube блокчейн или майнинг, как угодно. И, соответственно, вы увидите то, о чем я веду речь. Блокчейн технология уникальная, позволяющая производить очень много всяких вещей интересных. Это прежде всего интернет-технология. Ну, кто знает, тот знает. Кто не знает, я надеюсь, после этого видео или каких-то других событий в вашей жизни вы заинтересуетесь этим моментом и, соответственно, увидите, о чем идет речь. Поймете, о чем идет речь в данном видео. Мы принимаем биткоины. То есть на этот вот биткоин-кошелек можно майнить. Если у вас есть такая возможность, можно приобрести и перечислить нам какую-нибудь денежку. Если вы помайните там пару часов на этот биткоин кошелек, я буду вам и все сотрудники лаборатории будут вам безмерно благодарны. И, соответственно, я хочу сказать, что у нас витают мысли в среде программистов нашей лаборатории. Прежде всего, у меня они тоже, они заразили меня этой идеей, что в ближайшее время, возможно, не в ближайшее время, а там, в пределах там нескольких месяцев, может быть до полугода, у нас появится возможность выйти на ICO. То есть у нас есть разработанное техническое задание по созданию очень интересного программного продукта. И, соответственно, в ближайшее время мы, возможно, оформим и сделаем свое ICO. Выйдем на рынок блокчейна, выйдем на рынок биткоина. Соответственно, позволит нам это развиваться, может быть, благодаря вам. И вы сможете получать доход от лаборатории. Но это такие вот пока малопонятные, обещающие какие-то слова. Посмотрим, как дальше будет жизнь складываться и так далее. На данный момент я хочу сказать, что вот можно помайнить на нас, на наш кошелек. Оказать нам тем самым материальную финансовую поддержку. Это прежде всего. Ну а коллеги, наш канал, в общем-то, рассчитан. И наш сайт, и вообще вся наша деятельность рассчитана на очень узкоспециализированный круг людей, прежде всего психологов, психофизиологов, психотерапевтов, психиатров и так далее. Соответственно, я хочу сказать всем, кто смотрит и любит смотреть наши видео, ребята, господа, дамы, мужчины, девушки, женщины, у вас появилась уникальная возможность зарабатывать. Вот психологи, они, конечно, психофизиологи, гуманитарии в своей сути. Но поверьте мне, вот это все, в общем-то, достаточно несложно. По крайней мере, вот у нас это получается. Мы реализуем ряд проектов на основе биткоина на данный момент. Они небольшие, скромные, но тем не менее мы вплотную с этим работаем. Вот можно сказать, буквально на протяжении последних, может быть, 4-5 месяцев. Где-то с мая месяца 2017 года мы, пристальное внимание, я, мои коллеги, значит, наши программисты лаборатории психофизиологического обеспечения, не то что переориентировались, но тем не менее задаемся рядом вопросов, реализуем ряд проектов на основе блокчейна, биткоинов. Ребят, вот этим можно зарабатывать, вы можете этим зарабатывать. Психологи, психофизиологи,
У вас, я знаю, проблемы с заработной платой, с материальными какими-то у всех средствами. Я получаю, ну если не сотни, то десятки писем о том, как люди живут в разных краях, областях нашей необъятной родины. Психологи, психофизиологи, все в основном жалуются на недостаток денежных средств, крайне плохое финансирование как непосредственно как заработная плата, так и в общем-то каких-то организаций, занимающихся психологией, в сфере психологии работающих. Вы можете попробовать это реализовать. На этом можно зарабатывать достаточно неплохие деньги. Вот о чем идет речь в этом видео. Я предоставляю, не намек даю, потому что намеков и без меня достаточно на YouTube. Наберите, повторюсь, наберите блокчейн, наберите майнинг, и вы сами, возможно, все поймете, если заинтересуетесь этими вещами. Ну вот я, Бороздин Виктор Николаевич, директор научно-практического центра АКМЭ. Не то что верю, неуместное слово. Я непосредственно этим на данный момент занимаюсь. Очень плотно. Не только я один. Занимаются этим мои коллеги, занимаются этим наши программисты. Мы этим занимаемся. Мы рассчитываем на ICO, ну и так далее. Не буду повторяться. Но я предоставляю в ваше распоряжение, если не слышали раньше, вот то услышьте меня. Я предоставляю вам возможность самостоятельного заработка на основе блокчейна. Рассказываю, по крайней мере, упоминаю. Если никто не слышал, то если вы мне доверяете, знаете меня и так далее, я общаюсь с большим количеством людей, то вы прислушайтесь к моим словам. Это не мыльный пузырь, это не МММ. Это вполне на данный момент развитая и развивающаяся технология. И у вас есть возможность в этой технологии разобраться с помощью или меня, с помощью каких-то других людей, YouTube, там, интернета и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, заняться зарабатыванием денег. Не только вот получать зарплату и там, я не знаю, там, развивать свое какое-то детище, там, создание тоже тут же лабораторию, какой-то центр психологический и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, у вас есть новая возможность. Если не слышали, то услышьте меня. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.